10 и 11 июня в Чебоксарах пройдет Международный молодежный культурный форум «Республика на Волге». Главные темы – культуры и традиции Чувашии, истории родного языка, туристическая привлекательность региона. Организаторы ждут молодых и инициативных представителей креативных направлений, студентов, бизнес-сообщества и работающую молодежь. Для участников готовят насыщенную культурную и образовательную программы. По окончанию форума пройдет публичная защита командных проектов. Лучшие получат экспертное сопровождение для доработки и получения грантов. Зарегистрироваться можно на сайте АИС «Молодежь России». Участие в форуме бесплатное.